Добрый день, друзья мои, меня зовут Юля, и сейчас мы с вами опять займемся декором. Завтра у моей подруги день рождения, подарок ей готов, и мне надо его упаковать. Но время полиэтиленовых упаковок и пышных каких-то там целлюлоидных бантов прошло. В тренде максимальная естественность, натуральные материалы, поэтому для нашей упаковки мы выбираем вот такую вот льняную салфеточку, самую простую кейскую. И мини-букет из сухих трав. Посмотреть, как сделать такой мини-букетик, вы сможете по ссылке к видео. Раскладываем салфетку, кладем на нее коробку, выравниваем ее и плотно стягиваем два угла салфетки по вот этим коротким сторонам коробки. И закрепляем концы булавкой. Я использую обычные швейные булавки. Но если у вас есть декоративные золотые, то они будут очень хорошо смотреться. Это красиво. Подгибаем третий угол салфетки, максимально натягивая ткань на коробку и закладываем ее в складки. Ткань намного пластичнее бумаги, поэтому складки можно закладывать произвольно. И здесь единственным критерием, насколько это хорошо, будет ваш собственный вкус, будет результат. И закладываем последний, четвертый угол. Лен сам по себе довольно плотный материал, поэтому его надо хорошенько вот так проминать пальцами для придания нужной формы. Отгибаем внутрь острый край салфетки и тоже закрепляем его булавкой. Упаковка готова, остался декор. Вот наш очаровательный букет. Возьмем легкую ленту, сделанную из старой подкладки. Оборачиваем лентой коробку, завязываем самый обычный узел. Расправляем ленту и одним дополнительным витком легко закрепляем букет. Он будет хорошо держаться, никуда не денется. Теперь посмотрим на нашу упаковку со всех сторон. Поправим складочки, соломчики. Тканью это очень легко делается. Похоже, наш подарок готов. И он получился таким, как задумывался. Естественным, стильным. Добавляем открытку, фотографию или бирку. Как в этом моем случае. Знаете, я думаю, бирка очень важный декоративный штрих. Во-первых, любой дизайн смотрится более завершенным, когда есть текст. Во-вторых, бирка информативна. Вы можете на ней написать какое-нибудь коротенькое пожелание или имя там, свое, или того, кому вы дарите. Знаете, когда большие праздники, это, в общем, важно. Теперь осталось только отснять нам этот подарок для ленты и можно вручать. И в конце еще несколько советов уже по самой фотографии. Первое. В тренде минимализм, поэтому не перегружайте вашу композицию многочисленными деталями. Второе. Снимайте при естественном освещении, желательно в золотой час, это примерно за час до захода солнца. Это время, когда свет настолько хорош, что даже если вы совершенно неопытный фотограф, у вас все равно есть большой шанс снять шедевр. И третье, интересные трендовые современную фотографию делают фильтры или пресеты. Подбирайте правильные пресеты, потому что они должны делать фотографию максимально естественной, без сильных контрастов, без цветоискажений. Помните, перефильтрованные фото, как и целлюлоидные упаковки, остались в прошлой жизни. Вот и все. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите на мой профиль в Инстаграм. Спасибо!